Говорит и показывает Юрмала. Labvakar, cienījamās dāmas un kungi. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Dobrý večer, дорогие друзья. Мы продолжаем программу первого тура конкурса. Ее ведут диктор телевидения Велта Сайле и дипломант Юрмалы 86, певец из Литвы Эгидиус Сипавичус. Жюри в том же составе сегодня продолжит оценивать конкурсные выступления. Представляем членов жюри. Главный редактор главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения Владимир Упорин. Главный редактор редакции музыкального радиовещания народный артист РСФСР Геннадий Чекасов. Композитор Владимир Матецкий. Народный артист РСФСР Лев Лещенко. Композитор Игорь Крутой. Певица Ирина Понаровская. Поэт Илья Резник. Заслуженный артист РСФСР, композитор Давид Тухманов. Композитор Игорь Корнелюк. Заслуженный артист Эстонской ССР Як Юала. Ответственный секретарь жюри. Заслуженная артистка Латвийской ССР Маргарита Вилцане. Ответственный секретарь жюри, заведующий латвийским отделом агентства печати новости Айвар Бауманис. Председатель жюри, народный артист Советского Союза, композитор Раймонд Паулс. Раймонд Паулс еще нездоров, и он как вчера будет оценивать выступления конкурсантов по телевидению, а оценки свои передавать нам по телефону. Сегодня в нашем зале работает и второй жюри. Это жюри на жюри? Нет, у этого жюри совсем другая задача. Это маленькое жюри наших спонсоров Рижского объединения «Дзинтерс». Как вы уже знаете, что на Юрмале 89 будет присуждаться приз за лучшее исполнение латвийской песни. Судьба этого приза – решение жюри «Дзинтерс». Но еще есть и третье жюри. Не слишком много для одного конкурса? Нет, это самое главное жюри. От этого жюри принадлежит судьба приза зрительских симпатий. Это зрители в зале «Дзинтери» и у телевизоров у себя дома. Да, уважаемые зрители, сегодня заканчивается первый тур, и мы ждем ваших телеграмм с фамилиями претендентов на этот замечательный приз. Наш адрес – 229-070, Латвия, Юрмала, конкурс Юрмала 89. Завтра, не позднее 15 часа, необходимо отправить телеграммы. Компьютерное обеспечение конкурса ведет социально-производственное объединение «Айсберг». Это название не случайное. То, что у нас здесь в зале, это только 1/10 часть обеспечения. Но 9/10 глазу не видны. Это была рекламная пауза.
Но сейчас вот-вот начнутся выступления конкурсантов. Сегодня поет 12 участников. Вчера была чертова дюжина, сегодня дюжина обыкновенная. Посмотрим, какая из них лучше. Во всяком случае, вчера максимальная сумма баллов была 127. А минимальная, ну, об этом не будем говорить. Итак, начинается еще один вечер знакомств. Кто есть кто? Открывает его конкурсант под номером 14, Андрей Якушин. 26 лет, город Москва. В одиночку представляет он здесь дуэт «Прощай, молодость». Любимое блюдо Андрея. Жареная картошка, любимый праздник, 7 ноября. Любимая улица, Елисейские поля. Ну что ж, мы думаем, что любовь к этой улице, шансонье Якушину, поможет стать ему ближе своих французских коллег. Первую он исполнит песню «Моя дорогая», музыка Сергея Тененбаума, стихи Андрея Якушина. Вторую песню написал сам Андрей. Называется она очень необычно для песни «Сюрреализм». Андрей Якушин. Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Моя дорогая, мы вместе хотели устроить наш рай как можно верней. Мы вместе готовили, вместе пели и вместе смотрели на игру теней. Духи и помада, и ты была рада, любовь согревала наш маленький мир. Для тихого счастья, ну что еще надо? Мы даже хотели идти на Памир. Какое это было славное время. Мы словно держали удачу за стремя. Теперь одиночество тяжкое бремя. Но я вспоминаю это славное время. Он вдруг появился тяжелую тучей, разбил твое сердце, затмил небосклон. Он подобрал к душе твоей ключик, и ты теперь там, где теперь он. Вы пьете кофе и ходите в театр, пускай он не молод, не любит джаз, но глядя вам вслед, можно подумать, на свете нет пары счастливее вас. Наш Чарльстон и твист, разорванный лист, его комплименты, копейки и центы. Он весьма тонкий специалист, везде он имеет свои проценты. Какое это было славное время. Мы словно держали удачу за стремя. Теперь одиночество тяжкое бремя. Но я вспоминаю это славное время. Хотите знать один секрет? Сюрреализма больше нет. Едва мерцает тусклый след, как пепел шелковых торпед. Волшебный свет чужих планет, и в черном вальсе лунный бред, и в пустоте слепой поэт жжет хризантемы сигарет. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. А-а-а, о-го.
фигура мальчика вдали. Любовь становится старее, и умирающий дали ласкает солнечных зверей. Хрустальный шар катили в зал, и свет искусственный поблек. Вглядись, магический кристалл покрыл всю землю робкий снег. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ша-л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 а. Нейтральный ритм, абстрактный свет, сухие губы твоих рек, психоделический балет, кто остановит этот бег? Холодный ультрафиолет, и снова ночь горька, как дым, и взяв высокий табурет, Еро устало снимет грим. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла. Итак, оценка Андрея Якушина. 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 6, 7, 7, 7, 7. Оценка Раймонда Пауса 7. Общая сумма баллов, пожалуйста. Андрей Якушин получает 92 балла. Спасибо. Номер 15. Это Булат Кусаинов, 23 года, город Алмата, солист группы «Аркас». Любимое жизненное правило Булата – меньше слов, больше дел. Любимый композитор – Раймонд Пауз. Знак зодиака – стрелец. Музыка Тулигена Мухамеджанова, стихи Улугбека Ездаулетова. Аранжировка Акная Шамотова. Млечный путь. Млечный путь, он всегда над головой. Он всегда манит нас ввысь к звездам. Но какой бы высоты ты ни достиг, все равно ты человек земли. Поет Булат Кусаинов. Жұлдыз, жұлдыз қандай қашық. Құш жолы ғарыш көпке туған. Жерден қараймын жандай ғашық. Қолға келіп қонса жұлдыз. Жанға серік болса жұлдыз. Ғарышқа қанат қақты самға, туған жерден
бақса, жұлдыздар жайып арман құшақ. Жаса мәңге жырға тола өлкем, жаса мәңге жырға тола көркем өлкем. Сен отан достығынан қуат алған, бақыт құсы бүгін ясалған. Келді жайнам бала көктен, күткен еді дала көктен. Шалғындай терме есті ерке, самал жүректе жаңа леппе. Ауыл саған вторая песня называется «Джулия». Музыка Байгали Сергебаева и Батырхана Шукенова. Стихи Владимира Миклошича, аранжировка Байгали Сергебаева. Булат Кусаинов. Провожал, записки тайком писал. Мы незаметно
подросли, и эти дни давно ушли, и я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только все пошло ко дну, и я не знаю почему. Поможет он, не стану звонить, нам снова вдвоем не быть. Не знаю новый адрес твой, но нас не сблизит он с тобой. Не стану писать, хоть много хочу сказать. Развеялся былой обман, нас разделяет океан. Прощай, не забудь, назад не пройти тот путь. Зачем напоминаю грусть, не имя твое, и пусть я буду опять его про себя повторять. Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, о, Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, о. Что скажет уважаемое жюри? Семь, восемь, шесть, девять. Раймонд Палц, 9. Общая сумма баллов, пожалуйста. Общая сумма Булата Кусаинова 104 балла. Спасибо.
может ли женщина быть пунктуальной? Да, если у нее на руке часы марки «Заря». Постоянно в нашем эфире рекламы Рижского объединения «Дзинтарс» и Пензенского часового завода. Юрмала 89 рекламирует только своих спонсоров. Номер 16 – это Иво Фоминс, Фоминс-младший. Мазайс, как говорят у нас в Латвии. Ему 21 год, он из Лепай, солист Лепайского музыкального концертного объединения. Любимая телепередача Иво – «Лабвакар» латвийского телевидения. Любимое животное – лев. Отношения к славе не имеет. Хотелось бы думать, что это до поры до времени. Музыка Вадима Ярмаша, стихи Вестура Целедуома, аранжировка группы «Мистика» «Только тебе». Вокруг тебя песни и смех. Почему только сейчас ты меня заметила? Ты оттолкнула меня, но я все равно тебя люблю. Поет Иво Фоминс. Мама, 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 мама
Вторая песня Ива «Смятение». Музыка и аранжировка Ульдиса Круменьша, стихи Вадима Ярмаша. Thank you.
Спасибо. Ivo Fomins. Пожалуйста, оценки жюри. Десять, девять, восемь, десять, одиннадцать. Оценка председателя жюри 11 баллов. Пожалуйста, общая сумма баллов. Результат Ива Фоминса 128 баллов. Следующий, 17-й номер, у Искандера Хайрулина. Ему 25 лет, он из Перми, солист молодежного творческого центра «Пермь». Любимый день недели – понедельник. Любимый композитор – Бенни Андерсон. Любимое музыкальное произведение – балет «Щелкунчик». Это несмотря даже на то, что его написал не Бенни Андерсон. Музыка Искандера Хайрулина, стихи Виктора Батенкова, аранжировка группы «Шоколад». «Летняя ночь» – это первая песня. Затем «Карнавал поэта», музыка Зигмара Лепинча, стихи Каспара Димитерса в переводе Александра Кленова, аранжировка группы «Шоколад». Поет Искандер. Прошлое, прошлое окно. Летняя ночь, тихо пришла. Летняя ночь.
звезда растает в облака. Когда в твои глаза глядят, глядят в мои глаза, мы будем рядом, вот моя рука. Поэт, верни назад наши маски, но поэт им сказал: живите так. Бред, нет нашей вины, ты ведь сам из небылиц. Крики вокруг, будь как и все, слезы лились. Только веры нет в то, что это истинный сюжет. И нету больше сил, вот он обман в зыбкой красе.
может быть я. Только сердце истинно щемит, и этот нам урок, словно судьба, словно надрыв. Маски вокруг, только ты представь, сколько здесь бутов святых на вид. А им настанет срок, будет конец, словно надрыв. Маски вокруг, только ты представь, сколько здесь бутов святых на вид. А им настанет срок, будет конец. Ждем оценку жюри. Восемь, семь, шесть, семь, девять, десять. Оценка Раймонда Паулса 9. Пожалуйста, общая сумма баллов. Результат Искандера Хайруллина 105 баллов. Спасибо. Номер 18. Это Айслу Султанова, город Уфа, солистка Башкирского республиканского объединения музыкальных ансамблей. Любимые духи Айслу – «Красная Москва». Любимый танец – «Брейк». Любимая пословица – «На лаха надейся», а ишака привязывай. Странное сочетание. Красная Москва, брейк и ишак. Надо сказать, что Айслу ждала этой минуты целый год. На конкурсе Юрмала 88 она заболела и не могла выступить. Но, наконец, настал ее день. Музыка и аранжировка Владислава Сенчила. Стихи Симона Асиашвили «Старая дева». Поет Айсу Султанова. Все говорят вокруг, что никому я в жены не гожусь. Скоро из всех
Сейчас Айслу споет песню «Керри» из популярного мюзикла «Сестра Керри», музыка Раймонда Паулса, стихи Яниса Петерса, аранжировка Владислава Сенчила. Эту песню Айслу поет на латышском языке. Ждем оценок жюри. Девять, девять, восемь, девять, десять, восемь, девять, восемь. Оценка Раймонда Паулса – восемь. Счетная комиссия, пожалуйста, результат. Результат Айслу Султановой – 114 баллов. Спасибо. Номер 19. Борис Сандыбеков, 26 лет, солист группы «Акция», творческо-коммерческой фирмы города Москва. Любимый город – Москва. Любимый цвет – серый. Любимый вид спорта – бокс. Любимые цифры – 7 и 17. Это для комиссии. Музыка Максима Дунаевского, стихи Юрия Рященцева, аранжировка Кая Метова,
баллада Атоса. Затем песня «В поисках счастья», музыка и аранжировка Олега Берковича, стихи Михаила Давидова. На свой музыкальный ринг выходит Борис Сандыбеков. Всего 16 лет, таких изысканных манер во всем Провансе нет. И юный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный граф. Есть глаз в компарне черный, там линии свету. Становится женой, и в честь графини молодой затравлен зверь лесной. Охота в лес трубят рога, супруги мчат в руке рука. Понелый бог, конь рухнул сгоряча, и граф, чтоб облегчить ей вздох, рвет ткань с ее плеча, и платье с плеч ползет само, а на плече горит клеймо. Палач тот был мастак, и вот там ли. Там лилия Спасибо. Всю жизнь свою искал я счастье, но в жизни нам везет нечасто. Казалось, вот оно пришло, но опять, как прежде, не везло. Догонку я за ним погнал.
звезду. Пожалуйста, жюри. 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 9, 8, 8. Председатель комиссии, 10 баллов. Счетная комиссия, пожалуйста, сумма баллов. Сумма баллов Бориса Сандыбекова 110. Спасибо. Итак, вы познакомились еще с 6 конкурсантами. Как и вчера, мы предлагаем зрителям концертного зала «Дзинтари» во время антракта, который сейчас начнется, задать вопросы нашим конкурсантам. Те, которые были у нас вчера в гостях, уже это сделали. Только пусть ваши вопросы не будут слишком серьезными. На конкурсе и так возникает очень много серьезных вопросов. У входа в зал вас ожидают бумага и карандаши. Итак, встречаемся здесь после антракта. Несколько минут, а Юрмале 89. Снова в кадре то, что снял оператор Евгений Александров. А за кадром Борис Салибов и Марина Потоцкая. За 4 года на юрмальском конкурсе успели появиться свои старожилы. И сегодня наши несколько минут о некоторых из них. Первая встреча в зале Дзинтари. Юр, но ведь у вас же свободное время. Ну, знаете, как-то тянет на место конкурса. Ну и потом хочется немножко со стороны взглянуть, как это выглядит из зрительного зала. Как вы думаете, кто самый главный человек на конкурсе? Ну, вы никогда не отгадаете. Нет, ни жюри, ни дирекция, ни организаторы. Самый главный человек на конкурсе – это звукорежиссер Артур Аконс.
очень приятно. Ну, сколько главное, не знаю, но то, что проходят все солисты через пульт, это естественно. И у каждого солиста свои потребности и свои запросы, и вот каждого удовлетворить это очень сложно. У Артера в буквальном смысле все голоса в своих руках. Ну, кстати, и голоса ведущих тоже. Да, ну вот можете сейчас посмотреть. Можно? Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, проверка микрофона. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз. Ну вот видите, все в порядке. Да, я вижу. Администратор зала Динтери Илга Грундули. Наш зал, концертный зал Динтери, находится на берегу Балтийского моря. У нас 2000 мест и очень хорошая акустика. Из любого места можно слышать и видеть очень-очень хорошо. К нам каждый год приезжает много разных коллективов. И симфонических, и камерного, и эстрадных коллективов. Четвертый год проводится конкурс. И на этом конкурсе я тоже работаю четвертый год. Мы очень рады, что конкурс как раз проводится в нашем зале. И надеемся, что в будущем, в следующем году опять мы будем встречаться. Конкурсу с первых дней помогает секретарь Юрмальского горкома партии Надежда Шуянова. Вот так сюрприз. Юра, неужели вас настолько повысили? Нет, никакого повышения у меня нет, а выходной действительно сегодня у меня есть, и я с удовольствием зашел к Надежде Алексеевне, чтобы поговорить. Кстати, если вам интересно, можете поговорить. Надежда Алексеевна, ну, конечно, хлопот с нашим конкурсом у вас много. Надо согласиться. Отрицать, что их нет, нельзя? Конечно. Какие? Ну, как-то с хлопотом начинать нехорошо. Мы сегодня с вами посмотрели нашу Юрмалу 87-го года. Мы часто просматриваем кассеты, где записи наших предыдущих конкурсов. Конечно, думаю, согласитесь и вы, и зрители, что конкурс нужен. Конкурс – это праздник. Праздник не только для юрмалчан, его гостей, но и для всего телезрителя. Для вас это работа, причем нелегкая, так бы. Но 3 года они тоже дали свою практику, приобрели опыт, многому чему научились, и сегодня, наверное, проблема есть, но она не настолько ощутима. Я хотела бы сказать, что, наверное, сегодня проблемы в другом, что, Юра, согласитесь со мной, где вы видели, что города-курорты бедные? Нигде. А сегодня в Юрмале очень много социальных проблем. Вы это сами почувствовали, видите, наверное, да? А сегодня время такое, когда все хотят считать. И мы тоже, организаторы конкурсов и руководство исполкома, городской комитета партии, думаю, все хотим считать, хотим знать, какая прибыль от этого конкурса. Хотим, наверное, на равных долевых участиях быть организаторами этого конкурса. То есть вы хотите, чтобы конкурс в этой связи помог городу? Естественно. Сегодня пока много организаторов, но прибыль считает пока не город. Спасибо. Спасибо за обстоятельную беседу. Бессменный ответственный секретарь жюри Айвар Бауманис. Да, действительно, я уже 4-й год самым тесным образом связан с этим конкурсом. И вы знаете, этот конкурс вошел уже как-то в мою жизнь. И каждое лето, каждый июнь я уже как боевая лошадь, когда слышу позывные Юрмалы, начинаю готовиться к этому конкурсу. И как-то друзья тоже это уловили, так подшутили, мягко говоря, вот такую шапку мне подарили, понимаете, на конкурс. Ветеран команды, так сказать. Действительно, мы остались там только несколько ветеранов сейчас в жюри. Ну, я думаю, что еще до 90-го года я дотяну. Ну, и говоря о старожилах конкурса, как не вспомнить нашего многоуважаемого ведущего? Нет-нет, сегодня меня здесь нет. Я сегодня свободен. Сегодня никаких интервью. Но если так, то на сегодня все. Тем более, что наше время истекло.
Мы успеем. Говорит и показывает Юрмала. Продолжаем программу первого тура. 20-й номер на жеребьевке достался Василию Акимову. Ему 28 лет, он из города Ангарска, Иркутской области, выпускник Иркутского училища искусств. Любимая телепередача Василия – футбольное обозрение. Любимое блюдо – шашлык. Любимая книга – «Мастер и Маргарита». Очень разнообразные вкусы. Музыка и аранжировка Сергея Салтовца. Стихи Амана Абушаара в переводе Игоря Ляпина. «Птица» — это первая песня. Вторая называется «Старый корабль». Музыка Александра Ситковецкого. Стихи Маргариты Пушкиной. Аранжировка Сергея Салтовца. Василий Акимов. Навек распроститься, чуть затянется рана, и вновь я ее бережу. Покидаю свой дом, одиноко по свету брожу, и в глазах у меня машет крыльями чуткая птица, и в глазах у меня машет крылья. Я чуткая птица. Как она, эта птица, душе дорога и желанна. Склюнув трепет любви и оставив укол, как укол. Хлеб не тронула, нет, рядом с ним на ладони с тех пор. Сладкой болью болит эта непостижимая рана. Этой птице, спустившейся с ясности синего неба, озаренной волшебной сиянием рассветных лучей, протяну я однажды на теплой ладони своей трепет чистой любви и кусочек насущного хлеба. Трепет чистой любви и кусочек насущного хлеба. Тронула, нет, рядом с ним на ладони с тех пор.
смотри, в лучах зари багряной сверкая, как коралл, ждет с утра твой корабль, готовый в путь. Он горит в огне зари, и к полудню, как туман, растает, чтоб вновь родиться в ночь и утру. Но пустынен портов на не горят, на причалах нет людей. В этот ранний час люди крепко спят, будет трудный день. Целый день бегут, ищут и спешат, в суматохе разных дел, чтобы успеть. Уважаемое жюри, ваши оценки. Девять, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать, девять, семь, 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 восемь, семь. Раймонд Паулс, девять. Пожалуйста, счетная комиссия. Василий Акимов получает 111 баллов. Спасибо. Номер 21. Андрей Биль. 29 лет. Город Москва. Студент Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Любимый цветок Андрея – незабудка. Любимый девиз – сквозь терни к звездам. Высшее спортивное достижение – чемпион СССР по парусному спорту среди юношей. Желаем таких же успехов в нашей песенной регате. Музыка Лоры Квинт, стихи Николая Денисова, аранжировка Святослава Лазарова, «Трубадур». Вторая песня «Царь колокол», музыка и аранжировка Владимира Водника, стихи Михаила Гуськова. Поет Андрей Биль.
Стены скрыли печали, дарят в ночи, дарят в ночи безысходные песни свои. А для меня так светлы, так заманчивы дали. Я трубадур утра любви, утро жизни и утро любви. Я на заре песню спою, с первым лучом рассвета. Ты поймешь любовь мою, ты поверишь песне этой. Будет утро, будет солнце, скроется тьма. Я на заре песню спою, с первым лучом рассвета. Ты поймешь любовь мою, ты поверишь песне этой. Будет утро, будет солнце, скроется тьма. Голосами своих соловьев. Утренний час о любви буду петь неустанно, чтоб разбудить сердце твое, неприступное сердце твое. Я на заре песню спою, будет солнце, скроется тьма. Я на заре песню спою, первым лучом рассвета. Ты поймешь любовь мою, ты поверишь песне этой. Будет утро, будет солнце. Блаженный мудрец,
все серебро, злато и медь на колокол каждый отдай, чтоб к Богу смог звон долететь, тогда на земле. Андрей Биль. Большое спасибо. Балдец! Пожалуйста, жюри. Десять, девять, девять, восемь, девять. 8, 9, 10,
8, 7, 9, 9. Председатель жюри, 8. Пожалуйста, счетная комиссия, сумма баллов. Результат Андрея Биля, 113 баллов. Спасибо. Номер 22. Арамо Геворкян, 21 год, город Ереван, солист гостелерадио Армении. Его любимая футбольная команда «Ювентус» Милан. Любимый вид транспорта – лошадь. Высшее спортивное достижение – пел час 45 минут без перерыва. Это был такой песенный марафон, а теперь он испробует себя в песенном спринте. По-моему, это гораздо труднее, хотя значительно быстрее. Музыка Арамо Геворкяна, стихи Тиграна Киасьяна, аранжировка Вазгена Асатряна и Арама Зурабяна. Память. Стартует Арамо Геворкян. Папиных глаз. Я пришел, как приходил не раз, под стекло твое лицо. Ты молчишь, будто бы все прошло, который год наш дом совсем. Покрытый головой, дом не укроет слез, только смоет пыль с моих волос. Как мне жаль, что не песню свою пропел. Тусклый свет серого дня, как же мне не достает тебя, который год наш дом совсем пустой, и я перед тобой с непокрытым. Покрытый головой, то не укроет слез, только смоет пыль с моих Арамо Геворкян. И вторая песня, называется она «Ах, это джаз». Музыка и аранжировка Вазгена Асатряна, стихи Тиграна Киасьяна.
поет Арамо Геворкян. Говорила мама сотни раз, учи уроки, не ленись. Не будь последним, не позорь свой класс, дурным компанией берегись. Я учился как только мог, решал задачи и сдавал все в срок. Я был отличником, ну вот беда, вдруг повстречал тебя. Я был уверен, что тебя потряс тем, что большое руки бить. Но для тебя суши повали час и понял, что я разбит. Я забыл мамины слова, забыл уроки и свои дела. Я научусь без песни стилить, все подружит нас. Арамо Геворкян. Спасибо. Мнение жюри, пожалуйста. Десять, одиннадцать, десять, девять. Раймонд Паулс, 10 баллов. Пожалуйста, счетная комиссия. Результат Арамо Геворкяна 128 баллов. Номер 23. Сергей Бойко. Сергею 25 лет. Он из Тамбова. Выпускник студии «Рекорд», солист молодежного центра города Тамбова. Любимое музыкальное произведение – «Пятая симфония Бетховена». Любимый вид транспорта – метро. Любимое блюдо – голубцы. Музыка Юрия Антонова, стихи Ирины Шапира и Михаила Белякова, аранжировка Льва Тюрина и Сергея Бойко.
«Нет тебя прекрасней». И вторая песня, музыка Александра Акинина, стихи Михаила Файбушевича, аранжировка Юрия Логинова. «Степь». Поет Сергей Бойко. Но ловлю я твой взор напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай, любовь. Если пристально ты взглянула, и улыбка на совсем не нужен, но в глазах твоих лед и стужа, и тебе я совсем не нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь, не умирай. Спасибо.
сжимая в руке струги ладные стеньки родина, шли по Волге реке. Ветер песню о воле мне спой, на ковыле сыграй, а в ответ Сергей Бойко. Ждем оценок жюри. Девять, 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 семь, семь, восемь, семь, восемь, девять, восемь. Раймонд Паулс, 9 баллов. Пожалуйста. Счетная комиссия. Результат Сергея Бойко 108 баллов. Спасибо. Номер 24. Он, наконец, представляет прекрасную половину конкурсантов. Это Инесса Струж.
Она из Саратова, солистка областной филармонии. Любимый цвет Инессы – красный и черный, почти по стандарту. Любимый праздник – Пасха, любимый цветок – ромашка. Интересно, гадала на ромашке Инесса про выступление? Ну, вообще-то, здешние ромашки сулят удачу. Музыка и аранжировка Андрея Федосцова, стихи «Изумруд» Кулиевой, «Вираж» – это первая песня. Затем Инесса Струж споет песню Раймонда Пауса на стихи Яниса Петерса, русский текст Елены Фоминой, аранжировка Андрея Федосцова. Поет Инесса Струж. Вираже на исходе прощального круга нам подумать пора душе о великом бессмертии друг друга. О, бездонная музыка дня, что восстала из пепла, как истина, словно небо упав. На меня высока, нелегка и неистова. Мой талант снова верить и мучиться, и любить, и отчаянно ждать, ждать того, что вовеки не сбудется. И опять я себя узнаю, лишь кленовый на ветке качает. Наша музыка грустною птицею на прощанье расправив крыла пролетает над нашими лицами. Стихи читаешь, подумаешь немного. Вороны очень одиноки. Красавицы себя считают на воле, но, боже, в зеркале совсем другое. На зеркалах какое-то плохое. Там видится другое. Надела сумочки, туда из моды вышла. В шкафу висела ее поела мечта. Себя всегда так жалко нам бывает, что мы вокруг друзей не знаем. Друзей так мало, нам их не хватает. Мы как вороны в облаках летаем. Как хочется друзей, ведь хороших,
бежали. Глаза огромные и тощая фигура, она ворует, подлая натура. В окно открытое влетает, не стесняя себя на радость, ты блестящим увлекая. Себя на радость, ты блестящим увлекая. Она в окно открытое влетает. Не сужали. Стихи читаешь, подумаешь немного. Вороны очень одиноки. Красавицы себя считать на воле. Но, боже, зеркале совсем другое. Но зеркало какое-то плохое. Там видится другое. Но зеркало какое-то плохое. Там видится другое. Мнение жюри, пожалуйста. 8, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 7, 9, 9. Раймонд Пауз, 8 баллов. Пожалуйста, счетная комиссия. Сумма баллов Инессы Струж 98. Спасибо. Зинтерс утверждает свой стиль. И, наконец, номер 25, замыкающий конкурсный парад первого тура. Это Анжелина Петросова, город Ташкент. Она солистка «Экспресс-ревью». Любимое блюдо Анжелики – плов. Любимое занятие – возиться с дочкой. Отношение к славе трепетное. Пока. Музыка и аранжировка Григория Пушена. Стихи Раима Фархади. «Колдует любовь». Анжелика Петросова. Молва говорит ее нет, слышит она, лишь смеется в ответ. Перед нею не свят, оробеет любовь и ослеп. Будет кто зряч и прозреет слепой. Музыка.
Музыка Александра Дербенева, слова Леонида Зацепина, или оборот, Александра Зацепина, слова Леонида Дербенева, «Все равно ты будешь мой». На любовь не ответить, не пускать даже сны, но еще остались на свете колдуны, колдуны. Я тебя давно опоила колдовской травой. Типа ты не бегал там, что бы ты ни делал там, все равно ты будешь мой. Куда ни денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Если про другую ты вспомнишь, ничего не скажу, только взглядом темным как полночь погляжу, погляжу. Я тебя давно опоила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал там, что бы ты ни делал там, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься, женишься, все равно ты будешь мой. Звезда загорится, тронет ветер в лесу, и настанет час погориться,
колдовству моему. Я тебя давно поила колдовскою травой. Где бы ты ни бегал там, что бы ты ни делал там, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься, женишься, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься, женишься, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься, женишься, все равно ты будешь. Спасибо. Анджелина Петросова. Оценка жюри, пожалуйста. Десять, одиннадцать, десять. Раймонд Паулс, 10 баллов. Счетная комиссия, пожалуйста, сумму баллов. Результат Анджелины Петросовой 134 балла. Спасибо. Спасибо. Вот и закончен первый тур. Все, кто, кому нужно было выступить, выступили. Счетная комиссия скоро скажет нам, кто из 25 конкурсантов по сумме баллов войдет в число 12 допущенных на второй тур. Но мы с вами не будем скучать в ожидании. Вчера вы видели шоу литовских исполнителей, а сегодня день Эстонии. Итак, на сцене зала Дзинтари певица из Таллина Сильви Врайт. Добрый вечер. Я бы хотела вам подарить 3 песни, пока вы ждете результатов конкурса. Пожалуйста. Some cocaine from a friend.
Спасибо. Следующая песня была написана больше 20 лет назад и написана эстонским композитором Эвальдом Байн. Никогда. Thank you.
Спасибо. И, наконец, один хороший блюз. Heaven listened to all mankind. Understanding and peace of mind. And if it's not asking too much, please send me someone love. Oh, someone love. Show the world how to get along. Peaceful little when baby's gone. And if it's not asking too much, please send me someone to love. Oh, somebody to love. Nights I've been away with the world stepping on. Our answer is always the same. Save more things unless man put an end to this terrible shame. Hate will put the world in the flame. All the chance, just because I'm in misery. Ha 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 ha! Don't beg for nobody's sympathy. And if it's not asking too much, please send me someone to love. Oh, somebody to love. Спасибо этой прекрасной певице Сильвии Брайт. Спасибо большое. А мы сейчас займемся очень важным делом – подведением итогов первого тура. При подсчетах выяснилось, что сумма баллов 109 – и был этим порогом, который было нужно переступить конкурсантов, чтобы попасть на второй тур. Конкурсанты, которые набрали меньшую сумму баллов,
на второй тур не прошли. Я обращаюсь к тем, кому на Юрмале 89 не повезло. Не унывайте, у вас еще все впереди, у вас еще много конкурсов. А я хочу сказать тем, которые будут продолжать это соревнование. Все поздравляют вас. Идите также дальше, еще смелее, до новой цели. По правилам, баллы, заработанные на первом туре, во второй тур не переносятся, они, как говорится, аннулируются. И борьба начинается с нуля. Но все же мы объявляем имя лидера первого тура, набравшего 134 балла. Это очаровательная Ангелина Петросова. Ангелина Петросова, просим вас выйти на сцену. Чтобы вкус победы был действительно сладок, лидер первого тура Ангелина Петросова получает наш традиционный приз – большой земляничный торт работы юрмальских кондитеров. Этот приз поможет Ангелине запомнить свою победу. Правда, ненадолго, потому что даже такой прекрасный торт можно скушать очень быстро, да? Особенно если есть так много друзей. Ну а сейчас мы назовем тех, которые прошли второй тур, которые будут продолжать второй тур соревнования. Таймур Татарашвили. Борис Сандыбеков. Севиль Гаджиева. Владимир Харитонов. Василий Акимов. Андрей Биль. Айсул Султанова. Сосо Павлиашвили. Евгений Куликов. Иво Фоминс. Арам Геворкян. Ангелина Петросова. Ну вот теперь, когда первая часть нашего конкурса завершена, назначаем всем зрителям встречу на втором туре 6 июля. Если вам интересна судьба приза зрительских симпатий, пожалуйста, не забудьте завтра до 15 часов отправить телеграммы по нашему адресу. Адрес тот же: 229-070, Латвия, Юрмала, конкурс Юрмала 89. Передача из Юрмалы заканчивается. Лабанактис. До свидания. Арлабунакти. Узрезайш нас. Thank you.